Йоу, всем привет, братишки мои, сестренки мои и все остальные на видео заходящие. Это я, отец Шуморо, и я нашел шутер для квадроберов. Мы можем быть зайчиком, кошечкой, львенком, волчонком и всеми остальными. И это шутер, который вышел в демке, соответственно, в Steam. И он похож на Call of Duty от третьего лица, но ты играешь здесь животиками. Значит, сегодня, братишка, посмотрим, что это за шутер, насколько он интересно играется. Сейчас у меня обучение, поэтому не забывай поставить лайк, братишка, подписываться на телегу, а мы полетели. Значит, я тигриным львом играю, насколько я понимаю. Давай, двигаемся на... Левая клавиша, чтобы приседать, преодолевание препятствия. А, у нас подкат же должен быть, нет? Подката нет? Ладно, преодолели препятствие. Ну давай, научите меня. Ага, можем забираться, хорошо. Челлендж у нас здесь. Дважды нажмите shift. Опа! Опа! Пошел подробинг, ребята! А сколько у меня, подожди, сколько у меня стаминки? Понял, да? То есть я могу сейчас по огню бежать, как тигриный лев. Это шутер про тигриного льва, ребята! Ну-ка, полетели. Все, я преодолел препятствие. Давай посмотрим, что здесь. Комбат тренинг у нас. Давай, давай. Ух ты, как я хорош. Релод. А чё я релот? Запас мы забрали. Хорошо, мы знаем, что мы делаем. Хорошо, мы вот так вот стреляем, так бегаем. Right mouse button, левая кнопка мыши для точной стрельбы. Давай. А куда стрелять? А, вон туда же. Окей, принято. Есть чувство импакта. Это когда ты попадаешь, у тебя и перекрестие работает, и звук присутствует. Это очень хорошо, на самом деле. В шутерах это очень важно. Так, импакт есть. Хорошо. Используйте маус, скролл, вилл или два для переключения на второе оружие. Прям отдачка такая идет, знаешь, процедуральная чувствуется отдачка. Хорошо. Так. Переключение типа между оружием быстрее, чем... Воу! Снайпулечка! Задерживать дыхание надо, не? Интересно. Слушай, а шутер-то неплохо сделан. Ну так-то, если по общим показателям. У нас есть способности на Q, Z и E, получается. Хорошо, полетели дальше. Skill Training Area. Shift-Shift. Квадробинг. Пам-пам-пам! Настоящий шутер для квадроберов, ребята! На эвочку не могу взять? На эвочку не могу взять. А, билки? Вау! А на Е? А на Z? А, я смотри, что делаю, я разъебываю! Как тигриный лев, смотри, на лапах на Z-ку! У каждого, короче, у каждого животика здесь получается свои обилки, свои специальные обилки, то есть кем ты играешь, смотря. Да, и мы закончили тренировку, но мой файт только начинается. Играем, кстати, на ультра-графике на RTX 4090, эта карта мне Мирамар напоминает, обучение в лагере завершено. Вот, смотри, вот он, тигриный лев настоящий. Выберите режим игры, переход к следующей игре. Уроки. Завоевание, обучение. Быстрая игра, завоевание. Введение режима завоевания. Захват точек. Ну, короче, стандартный такой режимчик у нас получается. Здесь мы можем посмотреть на... А почему у меня уроки? Я хочу вот этот режим. Ну-ка, подожди, выбрать на... Быстрая игра. Wild Assault Conquest. Моды Introduction. Welcome to Wild Assault Conquest mode. Вы работаете в команде, захватываете контрольные точки. Если мы, короче, занимаем эти точки, мы получаем поинты. Ага, несколько контрольных точек, которых мы можем удерживать, получается. Я люблю, кстати, такой контроль. Вот они, смотри, животики, квадроберы побежали. Ну, понятно все. Здесь мне все ясно, в принципе. У нас идет поиск матча. О, у нас нашелся поиск матча, ребята.
Давай, первая каточка сейчас. Первые впечатления, первые эмоции. Сразу же, короче, в лед залетаем. Так, а почему я... А почему я Норман? Я хочу... А вот. Я хочу скаутом поиграть. Могу? Да. Развернуть. Скаут у нас... Скаут у нас чисто со снайпой начинает, я понял. А чё мы проигрываем? Куда мы в Lost Charlie? Ребят, а чё меня в лузовую катку-то закинуло? Я не понимаю. У нас первые каточки, первые эмоции. Побежали под поинт. Разного животика можно выбрать, получается. Чарли забирают. Ля, она лагает, как сика. Соточка. Есть минус. Еще кто? Они бегут на С. Мы пытаемся С-шку перебить. У меня обилка не заряжена. Вон наши, вон враги. И блятина. Хорошо. Еще хит. О, какой я снайпер тигриный. Слушай, папка напоминает мне про животных. Еще соточка. Еще 200 хп? А что, он на танке, что ли, чел? Еще минус. Хорошо. Работаем дальше, берем бэшку. Полетели. Слушай, а мне нравится. Не знаю, где он. Попробуем отработать. Есть хит. Хорошо. Идем. Reloading, cover me, я волчонком играю. Видишь, я волчонок. Я квадробер на волчонке. Поинт-то надо забирать. Поинт, ребята. Меня в лузовую катку направили. Хорошо. Тихо. Что у меня за обилка? Обилка есть у меня? Граната. Она ел у меня что? А, у меня вижен есть. У меня есть вижен, ребята. Ёпта, а чё их так много? Чё их так много-то? Челик с ником мне не нравится. Хорошо. Назад, чё у меня? И чё я сделал? Чё я сделал-то, я не понимаю. А, это, короче, сверху атака. Побежали на Б. Пойдем Б возьмем. Побежали возьмем Б-поинт. Что-то они нас там превалируют, прикусируют. Слушай, но мне этот динамика нравится в игре. То есть динамика здесь... И, блядь, она нравится тебе? А что, у тебя ник китайский? Игра китайская, кстати говоря. Газики. И, блядь, она... Газики мне дали. Мне дали газики, ребята. Выбираю поинт. Давай, брат. Давай, братан, это я. Там наших разъебывают жестко. Забираем, чекаем поинт. Нужно отчекать. У них очень много. Вы вообще по поинтам не бегаете, что ли, пацаны? Сколько нам нужно натикать? Во, мы флаг перевешиваем. Это не наши? Не наши. Вроде как. Не, нормально, наши живут. Живут. Давай, повесим флажочек. Они сильно нас передрюкивают, ребята. Бэшку, цешку берем. Потом на цешку пойдем. Быстрее. Нужно кто-то, чтобы бэшку чекал. Нужно, чтобы бэшку дефали. Мне снайперам нравится львенком этим играть. И блетина моя. Кноберфан. Чела ник. Релот. Надо посмотреть разных здесь животиков, мне кажется. Ну, это лучший шутер про квадробин, мне кажется. Раз. Два. Чё там? Чё там, братан? Хорошо. На цешку идем. Не знаю, что это такое. Мне нужен вижен. Вижен есть. А что, у меня патронов нет? Зет. Почему?
Почему я 15 убийств до смерти сейчас будет, ребята? We are leading. Well done, soldiers. Да где мы лидинг-то? Где мы ли? А у нас АБшка. У нас АБшка, ребята. У нас АБшка. Бам-бам-бам-бам-бам, развертываем. Нужно на цешку идти, потому что они пойдут на другой поинт, и у нас есть зетка. Давай-давай-давай, на квадробинге бежим. На квадробинге, ребята. Ля-сика. Шутер моей мечты. Поиграть тигриным львом можно. Так, Ешка. Вижен хочу. Прикольно, он типа палит противника, да, на Ешку. Кьюшка не очень непонятна. Угу. И, блять, он удали. Бежим на цешку. А как я не довел? Дал хит. И цешку перекроем, когда мы цешку возьмем. Сейчас мы поинты должны будем отбить. Давай, 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 давай. Это я свои. Что ты стреляешь-то? Врагов не вижу здесь. Ага, вижу. Вижу, 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 вижу. Оттуда побежали. Дал хит. Точнее, еблет. Тоже бежит на собаке, смотри. На квадробере. Хорошо. Кью. Сзади ко мне не заходят, не? Понял? С той стороны заходит, сика! Поднимите, 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 вызвать на помощь. Медик, 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 у меня ульта, 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 рейка, рейка, у меня ульта есть. Рейка, рейка, подними, брат. Хорошо, отойдем. Посвечу. Так, у нас все три поинта, ребята. Все, батя ворвался в катку. Батя ворвался в катку раскидывать. Слушай, мне снайпа нравится, как реализовано здесь. Не во многих играх так снайпа реализовано хорошо. Не во многих играх. Подкатов не хватает каких-то. Бежит чел. Кьюшка. Угу. Блятина. Мне что-то прокинули, я не понял, что. Где враг? Не вижу врага нигде. Снайпер. Ну ты чё, маленький? Ну как же так-то, а? Я тебя вижу. Я тебя вижу, брат. Там у нас прокидочка идет. Блять! Давай, 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 я прокину, прокину, прокину! Прокинул, прокинул, отлично. Поднимите меня здесь. Подними, 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 подними. Ой, зайчик, ты зайчик? Офигеть. Ты зайчик с титьками, что ли? С титюльками, ну-ка покажи. Зайка, покажи, что там у тебя есть. Ну покажи, что у тебя есть. Ладно. Они все там. Мне нужна высота какая-нибудь, хайграунд, надо хэгэшку. Ёпта. Бля, где патроны? У меня патронов нету, все. У меня суплаев нету. Патроны? Спасибо. Патры есть. Еще? Ну, давай, маленький. Ешка. Ля, нет патров, прикинь. Ну, пистолет это такое себе. Здесь частично люди, частично нет, насколько я понимаю. Так как игра в демке. А может, первая катка такая. Раз. Два. Три. Блять, нет патронов. Мне нужно убегать и патроны забирать. Я не знаю, что это такое. Просвет, не просвет.
Но мы поинты держим, как бы. Нам нужно взять патронов сейчас. Ура, там кто-то кричит. Тут еще есть медведь вроде бы как. Он по-русски кричит ура, насколько я видел. А в заставочке. Но мы должны их побеждать. Слушай, но мы проигрываем все равно. У нас 189 на 459. Очень странно. Патроны-то где взять? Где пополнялка? А вот пополнялка есть. Хорошо. Все, патроны есть. Можем взять ХГ. Наши очень сильно откисают. Я не знаю, с чем это связано. У меня 30 фрагов, одна смерть. Надо дать им зедочку. Закидываем туда, не знаю, попаду по кому-то, не? Ля, лагаю, лагаю! А чё я лагаю? Господи, я на камне! Ребята! Ребята! Я застрял, прикинь! Я застрял на камне, бля, братан! И ты чё, в ровных челов попасть не можешь? Давай. Давай почистим их быстрее, чем они нас, ребята. Там бежит лисичка. Надо Б брать. Надо Б забирать. А, у нас сейчас по поинтам нормально. Надо Б забирать сейчас, срочно. Срочно на Б бежим. На квадробинге. На квадробинге. Ля-сика. Хорошо. На квадробинге бежим. У меня лоу хп. Давай, 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 брат. Слушай, ну играется-то у нее есть потенциал у игры. Мне пизда здесь. Ля, сика. Меня не поднимут здесь под Б. Кноберфан меня сможет поднять, нет? У него проблемки. У Кноберфана проблемки. К нему подкатываются, бам. Понял. Это моя вторая смерть. Ну ладно, мы два поинта сейчас удерживаем. 35-2. 35-2, ребята, разворачиваемся. Вторая смерть была сика. Я там как-то застрял очень странно. Ну, понятно, игра в демке, как бы, но перспективы я вижу, как бы, я не знаю. Играется приятно, покайфовать можно. Знаешь, такой вот шутер. Я не вижу в ближайшем окружении их. Можно бэшку забрать, и у нас все будет отлично. Ага, вижу. Надо ХГ брать. За снайпера нужно брать ХГшку по-любому. На хайграунде отыгрывать. Полетели, полетели, брат. Это просветка как будто дрон, я не знаю, не уверен. А вон они все. Не понимаю, почему не хэд. Ёлки-палки, они там все идут на поинт. Почему хэда нет? Почему хэда нет-то, братишка? Смотри, я по нему кидаю. Прокидываю ему, срать вообще на меня. Там мы тоже попадаем. О, я знаю. Да, победа. Ребята, первая каточка. MVP я получил. Смотри. Я. Это я. 38 убийств. 2 захвата, 3 помощи. Общий счет, я получил MVP. Кноберфан у нас был. Еще чувак с китайским ником каким-то. Ким Шикака, первая победа. Руки. Вознаграждение. Модернизация. Я могу модернизировать пильку? Стой! Не понял сейчас. Обратная связь, вопросник. Награды за уровень. А как мне модифицировать мой ган? Вот я львеночек. Точнее, тигр. Мне снайпером очень нравится. Награды за уровень я получаю. Это ладно, это хорошо все. Джек, КД-19, очки в минуту, новый сезон, архивы, информация. Ну, то есть, кем я отыграл? Обычный вариант. То есть, это мой любимый вариант, насколько я понимаю. Кодовое имя заполняется, день рождения, гендер, профессия, хобби, состояние. Я могу описать себя, типа, здесь?
Слушай, братишка, надо еще посмотреть. Так, братишка, новая катка, новые приключения. Опа-на, опа-на, сколько ников всяких разных. Слушай, за Джека поиграть? Или за кого-то другого? Поддержка, скаут, нападение. За быка. На быке полечу, короче. Be advised. Я, а он медленный такой. Ёпта, я пока за быка добью. Господи, тяжелый, смотри, какой, с хвостиком. Хвостик, интересно, куда закрепляется? Ля, тут разъёбченко. У меня чё вообще, это дробаш, не дробаш? Это дробаш, походу, тут ракета полетела. Я не... Чё у меня за пилька, вообще непонятно. Я очень тяжелым играю челиком. Вон там, вон там, квадроберы бегают. Нужно залетать на каточку. Геночка. Это дым? И там тоже дымы пошли. Нужно заходить на поинт. Меня сзади бьют? А я не понимаю, где они. Они тут снаружи? Так, тут наши. А на Е у меня чё? Хорошо. Побежали на поинт, ребята. Это дым же? Это дым, мы перетикиваем поинт. На альт сменять у нас камеру. На мне рисуются челы. Очень непонятно, но очень интересно. Забираем поинт. Тикаем. Лаги какие-то, лаги лагает. Ля дергает. Грену даю, смог даю. Цешку перетикиваем, хорошо. Главное, что башку не забирали, потом на Б пойдем. Я не знаю, снайпер мне понравился поинтереснее. Этот какой-то медленный, снайпер достаточно быстрый. Можно быстро разогнаться, вот так добежать куда-то. Ебать! Так я нормально, я компенсирую. Я на Ешку могу добегать до поинтов, братишка. Пульки от Юльки. Раскидывает там всех, я смотрю. На зайчике, видимо. На зайчике играет. Пульки от Юльки. Ну ладно, поборемся сейчас за поинт. Посмотрим, что как. Тихо. А, пожалуйста, вернись. Это меня здесь накидывают? Ля-ля-ля-ля-ля. Полетели? Здравствуй. Как? Это я понимаю. Это чел, который по мне накидывал. Бэшка опускается. Слушай, нормальный ганчик у него. Так-то можно раскидывать. Разъебченко имеется. Патроны забрал. Побежали на Б. Наши перетикивают. Оттуда идут челики. 21 урона. Меня еще сбоку кроют. Забираем, хорошо. У меня есть ульта. За мной бежит зайчик. Здравствуй. Нормально, накидулечка. Челик еще слева. Еще хорошо. Еще за мной здесь, рядышком. Бычье, хорошо, минус. У нас есть лидинг, на, нужно пойти. А то там пульки от Юльки. Че у меня за зетка, непонятно. Нужно посмотреть, что за обилка. Как это работает. Ну, бык интересный так-то. Нам нужна ашку, они будут бэшку подбирать. Полетели. Ха-ха. Слушай, я компенсирую свою скорость бега. На самом деле. Патронов уже нету. Вот это вот очень плохо. Что за ульта здесь? Понял. За щитом захожу, короче. О, у меня дробовичок, короче, в упоре. Я могу бегать под щитом. Захожу на ашку. Минус просто сразу. Ёпта! Попробуй выбей, бра. Нихера он мощный. Слушай, но мне этот поинт не дадут, они Б перетикивают. Я могу другого персонажа взять? Слушай, ну мне понравилось, я разыгрываю прям. Я разыгрываю, нужно вот сюда идти, разворачивать. Нужно подойти, заходить.
Я прям разобываю на нем. Это просто жесть. У него ваншотающий пистолет появляется, прикинь. Нам нужно этот поинт отбирать. Пульки от Юльки. Здравствуйте. Поиграли? Нам нужно этот поинт пережимать. В любом случае. Оттихивать. Ура, там кто-то! Уракай! Забираем поинт. Господи! Чё-то их очень много здесь, надо бэшку брать. Ашку они, короче, не отдадут нам. Я на первом месте, кстати. Ашку они не отдадут, поэтому нам нужно срочно на бейте, я не знаю. Тут наши нету респауна, нету. Слушай, но сильно играют, сильно. Наши пацаны вообще ничего не делают. Они все на А. Нам нужно Б брать срочно. Я не знаю, все на А, надо снайпера взять поиграть. Хотя мне, в принципе, бы понравилось. Сейчас мы всех персонажей, короче, здесь осмотрим. Я не знаю, как нам здесь на победку отыгрывать. Я бы на снайпере легче было бы, мне кажется. Хотя я вроде бы на поинт пошел, больше никто нам не подсаппортил, видишь? Это вот очень плохо. Б сейчас нужно забирать, не знаю, кто там будет дефать ее. Наши проходят здесь, здесь нужно подсаппортить. Бля, не могу. На, нахуй, бля, братан. Здравствуйте, сэр. Ой, а тут все! А почему все-то тут? Бля, это граната. Сука. Снайпер Savage. Меня не поднимут здесь. Не, не поднимут здесь. Наши убегают почему-то с поинта. Почему убегают? Почему вы разбежались с поинта? Что за хуйня вообще творится? Наши бегают вон у поинта, а я не могу здесь резнуться у поинта. Я могу на нашем вот здесь развернуться. Давай попробуем Ашку взять. А, он в бою. Он в бою. Нам нужно Ашку брать срочно, ребята. Ашку либо Бэшку. Я сейчас зайду туда, короче, и Зетку прожму. Полетели, братан. Полетели, 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 полетели. Залетаем, залетаем. Пересекивать будем. Заберем флаг. Перетикиваем, перетикиваем. Они под Б пошли. Ну, попробуем перетикнуть здесь. Я под щитом, как бы. А, у меня 22 секунды, он, обилка. Там снайпер тоже сидит. Мы тикаем, мы тикаем. Пульки от Юльки стоит, смотри. Греночку кинула. А, минус. Пульки от Юльки. Хорошо, альфа под нас, под нами. Полетели дальше. Здесь кто-то на подходе, они на Б пошли, видишь? Нормально, мы перечекали, перечекали поинт. Это самое главное. Сейчас Б нужно взять, пока они на А пойдут. И у них под Б респаун, поэтому им проще под Б работать. Ля-сика. Мне надо на Ешке передвигаться. Вон, вон они все с Б бегут, видишь? Все с Б рисуются. Меня прокидывают. Бегут, 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 бегут. Бегут, их много там бежит. Очень много. Бык бежит тоже на меня. Let's roll out. Try me. Здорово, брат. Нравится тебе? Пойду, 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 пойду. Въебу, 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 въебу их, въебу. На, нахуй. Хорошо, поднимите меня. Апни, 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 апни. А, не, никто не может. Апни, апни. Бля, не апни. Апни, 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 брат. Сможешь? Если поднимешь, заебись будет. Не сможет, не сможет, не сможет поднять. Давайте, поднимите нас, пацаны. Ну подними, брат, подними быка, блядь, я топ-1. Хорошо. Даю дым. Отхожу, 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 хп нет. Так, хорошо, под Б идем мы, не? Под Б пойдем. Отлично, хилочка есть. Заебись, побежал. Побежал, побежал на быке. Справа, справа, сика. Бля, ульту дали.
Перетик пошел. Жмем, давим. Я перетикиваю, они нихуя не понимают, что происходит. Try me. Let's roll out. Ага, чел здесь. На квадробинге. Здравствуйте. Ля, газ, сука! Газом забрали, прикинь, там газ у кого-то есть. Ля, ну я на поинте был. Слушай, ну если мы будем давить Б и удерживать две точки, то в принципе это заебись. Я бы, знаешь что, я бы почистил их снайпером сейчас. Я бы почистил их снайпером прямо вот с этой позиции. Я почищу их сейчас, брат. Добивай. Есть ебало. Сейчас почищу снайпером их. Потом перейдем на какого-нибудь другого персонажа. Да конечно, зайчик. Прям будем держать их, чистить здесь, с этой стороны, с этой позиции. Они пытаются справа уйти. Дал хит. Угу. Да конечно, ребят. Ля-ля-ля-ля-ля, забей его. А, это его ульта была. О, сика. Нормально. Мы будем чистить, держать их на Б, короче. Такая тактика будет сейчас использоваться. Ну его нахуй, я не буду сейчас подходить. Зачем нам забирать Б, если мы держим два поинта? Все заебись. Нам Б можно не забирать, а просто их разъебывать под Бэшечкой. Лаги, конечно, имеются у нас в наличии. Лаги у нас имеются, братик мой. Стрелять нужно точно. Закинул туда хуйню. Есть. Надо хайграунд взять здесь. КГ беру. И прокидываю туда. Пускай они на бетом трутся. Наслаждаются геймплеем, как говорится. Мы их и так видим. У нас все отлично. Наши пушат. А, Б не берут. Нормально все. Опа. Есть китуля. Справа заходят уже ребята. Есть. Бежим на квадробинге. Есть. Хороший фраг. Четко! Обходит. Пошли на другой поинт. Есть. А че ты не умер? Не понял. Давай, обилочка у тебя, да, брат? Блять, обилочка, да. Я на квадробинге. Они прям жмут здесь. Они жмут под этот поинт. У меня 5-2, они на С хотят пройти. Очень плотненько. Есть. Дал. Хорошо. Работаем. Там снайпер стоит. Отлично, все три поинта наши. Они не знают, куда идти. Здесь, кстати, ботов мало. На этой катке. Я не понимаю, где он. Я вроде стрелял в него, он не попадает. Все, у меня патронов нет, мне нужно патку забрать. Сика. Хорош. Я за патронами чисто! Господи. Ля, меня сместили с первого места. Так, подожди. Давай теперь посмотрим еще кого-то. Мы побеждаем. Я хочу посмотреть зайчика. Давай, я девочкой и зайчиком поиграю. Посмотрю, как девочка-зайчик еще отрабатывает здесь, в этой игре. Что за обилочки у нее? Насколько она... У нее ппха, я вижу. На Кью. На Кью... Лечебная граната. Все, понял. А на Е? На Е перекат? Это рофл? Ну я на хилочке стою. Там снайпер какой-то. Так, хорошо, побежали.
Эта девочка хилит. Даю хил. Ребята, в хилке стойте. Ну что-то мне не нравится ее ппх. Там снайпер наверху. Бля, я не смогу выйти на него. Понял, это зона их взаимодействия, как говорится. Так, на квадробинге побежали. Они цешку забрали, а все, мы выиграли. Не, девочка-зайчик, это вот этот вот чистый саппорт. Я не знаю, как бы. Ну да, у нее есть тубунчики. Бубончики есть у нее. Вот она такая, сика такая. Бестинг. Ким Шикака, 33 убийства. 2 захвата, помощь и так далее. Левел 5 у нас уже. Слушай, что я могу сказать про потенциал этой игры? Ну, однозначно потенциал есть. Я вот не понял по поводу... Вот у нас модернизация нашего оружия. Как это работает? Вознаграждение. Ну вот смотри. Допустим, я выбираю себе квадробера, да? Какого-то определенного. Вот, я выбираю, например, вот этого квадробера. Установить, показать валианта. Во, я выбираю пи... Охуеть. Оборудование. Смотри. Эквайп. Эквип. Эквайп. Я могу поставить дуло на дальность, да? Навесное оборудование. Я могу поставить ручку, снижение точности. То есть все-таки я могу эквипать здесь. Я еще и прокачу. Короче, от повышения уровня моего квадробера, вот, зависят насадки на пушки, получаются. И я могу использовать у него разные виды пушки. ДМРки, могу ВСС-ку. Ебать. И пистолет могу выбрать. Сайдарм, видишь? То есть мы не просто играем, мы еще и прокачиваем своих квадроберов. То есть и у каждого квадробера есть различные фишки. То есть если мне вот эту вот пушку я беру, оборудование. То есть я могу тоже на нее что-то повесить. И что я там вскрыл? Навесное оборудование. Приборы. Патроны. Еще и тип патронов можем заменить. Но я немножко им поиграл, видишь, немножко вкачал совсем. Приборы для прицеливания, дуло. То есть им мы не так много поиграли этим челиком. Но, тем не менее, есть закрытый. Ух ты, лисичка, смотри. Лисичка у нас есть. Кто еще у нас есть? Маркес. Живое безвольное тело, метаболизм. Вот они, вот он, настоящие. Настоящая мечта каждого квадробера. Вот этот шутер, ребята. И есть Владимир, блядь. Володя, нахуй. Ёбаный, а чё я Владимиром-то не поиграл? Володькой, блядь. Вова, Миша, ты. Вова, ты Миша. Ёпта! Значит так, братишка, если тебе интересно, я за этой игрой послежу. В общем, я решил сделать обзор «Первый взгляд» сегодня, поиграть первый раз, посмотреть, что да как. Мне, в принципе, шутер закатил, знаешь, такой, наливаешь чашечку кофе и наебениваешь, короче. Особенно, если тебе нравятся животики. В общем, пиши, что думаешь, интересно твое мнение. Мы увидимся в новом видео. С тобой был я, Утес Шуморо. Пока-пока.